Меня зовут Федосеева Ольга, я директор компании «Главхимчистка». На рынке мы уже более 5 лет, очень активно развиваемся в составе 21 приемного пункта и 7 фабрик по городу Москве и Московской области. Меня зовут Бабенко Людмила Николаевна, я технолог, работаю в компании «Главхимчистка». На нашем предприятии мы обрабатываем весь ассортимент текстиля, включая хлопок, шелк, лен, трикотаж, меха, кожу. За рабочую смену мы обрабатываем 500-700 единиц текстильных изделий. В сезон мы обрабатываем 1000-1200 текстильных единиц в день. У нас на предприятии есть 3 цеха. Это прачка, аквачистка и химчистка. На химчистке у нас 6 машин, 4 перхлорных машин, 1 силиконовая и 1 хайгла. На акве у нас стоят машинки мили в количестве 5 единиц, 4 сушки тоже мили. На прачке у нас стоит тоже 5 машин мили и также 3 единицы сушек, тоже производитель мили. В цеху на финишной обработке у нас стоит оборудование компании «Файт». Компания «Мили» – партнер действительно надежный, быстрый, качественный сервис и бесперебойные поставки оборудования. С нами она с самого начала. За 5 лет мы обратились в сервис всего 2 раза. Это же о чем-то говорит. Конечно, помимо надежности, это однозначный факт, есть еще такие показатели, как бережная обработка изделия, и, конечно же, экономичность. Я как директор, разумеется, все эти показатели считаю, для меня это очень важно. Поэтому наши клиенты всегда остаются довольными, получая готовые услуги. Мы прекрасно знаем, благодаря чему и кому это происходит. Работая на разных предприятиях с разным оборудованием, я пришла к выводу, что все-таки мили – самое лучшее оборудование.